во-первых, хотелось бы всех поздравить с победой, с заключительной игрой года. Со вторым местом, пока промежуточным, но все равно. По игре, ну, игра давалась, соперник позволял, могли забить и 5, и 6, и, я думаю, и больше. Но не хватило, наверное, какой-то концентрации. Может быть, все-таки последняя игра еще с такой командой. Может быть, ребята где-то расслабились. Ну, в принципе, я остался доволен и результатом, и моментами игрой. Ваша часть чемпионата, которую вы руководили, да, команда прошла без единого поражения. Вот в целом, были ничьи, да, но тем не менее, в целом позитивно оцените эту часть? Ну, с точки зрения результата, конечно, позитивно. С точки зрения игры, моментами, в некоторых играх игра очень нравилась, и нравилось и движение, и ребята выполняли наши требования тренерские, но есть моменты, над которыми еще нужно работать, и в плане организации атаки, в плане обороны, и в плане завершения, поэтому есть куда двигаться, есть над чем работать, так что мы знаем, над чем работать, поэтому я думаю, что мы будем идти только вперед. Сегодня дали обоим нападающим поиграть по тайму. Почему, собственно говоря? Хотели посмотреть одного и другого? Ну, не знаю. И Давыдова выпускали. Давыдов забил гол. И дали Суле поиграть. Тоже забил гол. Ну, хотели в такой игре хотели как можно больше забить. Ну, дали и тому поиграть, поэтому. Ну и планы на межсезонье, на отпуск? Завтра у нас встреча с губернатором Харьковской области, и потом сразу уходим в отпуск на месяц, потом дальше видно будет.